Вот он смотрит на Курта Кобейна и думает, ну, чувствуете, пошел эндорфин с дофамином и чуть-чуть норадреналина, да? И вот, и там как-то вот это все в мозге, раз, и такое вот, хочу быть Куртом Кобейном, да? Выйду так, и все будут в восторге, а я буду бринь-бринь на гитаре, и все, все помирают. То есть это нейрофизиологический механизм, но само желание фиктивное. И мы вообще с вами живем в химерических желаниях. И это когда вы достигаете того, чего вы хотите, оно радует 3 секунды. Понимаете? Но если вы хотите поесть и начинаете есть, вас радует всю дорогу. Да? Улавливаете. Потому что это реальный потребность наша, да, физиологическая, базовая. А вот там, я не знаю, что там люди, зарплату на 20 тысяч подняли. Ну, хочется же. Думаешь, ну-ка. Дали, подняли, ну, как бы, ага, маловато будет, да? Вот, это почему? Это почему? Потому что химера. То есть вам кажется, что если это, то вот это. Но это все в башке уже, это не в подкорке. Подкорка не может хотеть 20 тысяч.